Две трети покупателей в супермаркетах нашей страны стараются приобретать продукты собственных марок ритейлеров. Об этом сообщают аналитики Сбербанка со ссылкой на данные, собранные в третьем квартале текущего года. Причем количество граждан, которые пользуются таким принципом, выросло на 5% по сравнению с первым полугодием. Кроме того, в целях экономии люди продолжают все реже брать премиальную продукцию, попутно все чаще заходя в магазины-дискаунтеры. В этом признались 60% опрошенных, при этом половина респондентов констатировала, что посещают магазины только ради промо-предложений. Вообще объемы продаж продовольствия сокращаются, признаются в торговых сетях. В качестве причины экономисты называют снижение доходов жителей России.